Ребят, привет! Мы находимся с вами на ВДНХ, 6-й павильон, киноконцертно-музыкальный центр Universum Hall. Очень интересный музей гитары, вам рекомендую. Но почему мы с вами здесь сегодня собрались, или почему я к вам обращаюсь? Вот родилась мысль сделать музыкальный спектакль. То есть это не музыкальный спектакль, который вы предполагаете, мюзикл и так далее. Это, скажем так, о чем говорят мужчины, но про гитары. И самая главная фишка здесь будет, что все артисты, которые будут в этом спектакле заняты, они будут играть на музыкальных инструментах. И здесь, на этой сцене, в процессе спектакля будет рождаться группа. И эта группа здесь в финале еще сыграет очень хороший, узнаваемый трек, от которого у вас у всех пойдут слезы. Прежде всего, я сейчас обращаюсь к драматургам. Нам нужен оригинальный материал. Смысл в том, что это должно быть смешно про взаимоотношения людей и про музыку, про рок-н-ролл, который рождается здесь. Личное сообщение в Facebook. Жду от вас каких-то идей, разговоров. Будем работать, надеюсь. И 2022 увидимся здесь на премьере!